Как вернуть налоги при ипотеке? Только для чайников. Если вы взяли ипотечный кредит и выплачиваете проценты по ипотеке, вы можете получить назад до 13% от уплаченных процентов по ипотеке, возвращая налоги. Возвращая у государства, а не банка. Например, если ваша ставка по кредиту 10%, и вы выплачиваете 100 тысяч рублей процентов в год, возврат налогов уменьшит процентные выплаты по ипотеке на 13%. То есть, фактически, ваша ставка по кредиту будет 8,7%. Это все равно, что выплачивать 87 тысяч рублей в год. Что именно можно вернуть? Только часть выплаченных процентов по ипотеке. Не забывайте, что, как правило, выплаты по ипотеке состоят из двух частей – выплаты процентов и выплаты суммы долга. Например, вы заплатили банку за год 150 тысяч рублей, которые состоят из 100 тысяч рублей процентов по ипотеке и 50 тысяч рублей возврата суммы долга. Вы сможете вернуть 13% от 100 тысяч рублей. Учитываются только фактически уплаченные, а не запланированные проценты. Все фактически уплаченные проценты по ипотеке можно учитывать независимо от того, выплачена ли ипотека полностью или нет. Процентные выплаты по ипотеке являются основанием для возврата, но вернуть вы сможете только налоги, которые вы заплатили. То есть вы сможете вернуть налоги. Например, за год вы заплатили 100 тысяч рублей процентов по ипотеке и хотите вернуть 13 тысяч. Ваш работодатель удержал с вас 11 тысяч рублей налогов. Вы сможете вернуть за этот год только 11 тысяч рублей. Оставшиеся 2 тысячи рублей перейдут на следующий год. Такой процесс возврата налогов у государства называется имущественный налоговый вычет. Он предоставляется только по одному объекту, например, только по одной квартире, и только один раз в жизни. По этому объекту вы можете получить вычет и по расходам на приобретение или строительство, и по ипотеке. То есть нельзя получить вычет по расходам на покупку одной квартиры, а затем вычет по процентам по ипотеке по другой квартире. При этом налог к возврату по расходам на приобретение или строительство ограничен суммой 260 тысяч рублей, а возврат по процентам возможен сверх этого лимита. Например, вы купили квартиру и потратили на нее 700 тысяч рублей своих и 1 миллион 800 тысяч рублей ипотечных денег. Вы можете вернуть 13% от 2 миллионов рублей, потому что лимит 2 миллиона рублей. Но дополнительно вы можете вернуть и 13% от процентов по ипотеке. Есть ли ограничения? Нет ограничений ни по времени ипотеки, ни по размеру налога к возврату. То есть, например, если вы будете выплачивать 10 миллионов рублей процентов в течение 20 лет, за это время вы сможете вернуть 1 миллион 300 тысяч рублей. Что делать, чтобы вернуть налоги? Взять на работе справку 2 НДФЛ. Взять в банке справку об уплаченных процентах. Заполнить налоговую декларацию 3 НДФЛ. Приложить документы, какие можно узнать на веб-сайте налоги, и подать в налоговую инспекцию по месту вашей постоянной прописки на дату подачи декларации. Заполнить декларацию 3 НДФЛ проще всего прямо на веб-сайте налоги. Выберите в меню «Декларация 3 НДФЛ», затем «Заполнить онлайн». Отвечайте по порядку на простые вопросы, которые вы увидите в центральной части экрана. Нажмите «Далее», чтобы перейти к другим вопросам. Когда вы ответите на все вопросы, вы сможете скачать готовую декларацию в удобном формате PDF. И распечатать. Вместе с декларацией будет инструкция, которая поможет вам подать декларацию. В разделе веб-сайта «Покупка жилья» можно узнать, какие нужно приложить документы для возврата налога.
посчитать на специальном калькуляторе сумму налога к возврату и так далее. Налоги. Возврат налогов проще простого.